Добрый вечер, с вами «Город финансы». Торговые сети предлагают отменить срок годности овощей и фруктов. В Краснодарском крае на 13% выросла просрочка по кредитам. Рубль продолжил укрепляться к основным валютам. Об этом через несколько секунд. Спонсор рубрики – финансовая группа «Сберегательный союз». Крупнейшие продуктовые ритейлеры страны обратились в Роспотребнадзор, предложив убрать из действующего техрегламента Таможенного союза обязательство по указанию сроков годности для цельных овощей, фруктов, ягод, грибов и зелени. Об этом пишет газета «Известия». По словам ритейлеров, в стране нет документа, который бы объяснял, как определить подобные сроки, и пока их устанавливают сами поставщики. Поэтому пищевая продукция с истекшими сроками годности подлежит изъятию из обращения, в связи с чем торговые сети вынуждены сокращать товарные запасы свежих овощей и фруктов, а также снимать их с реализации, даже в том случае, если они сохраняют свои потребительские свойства, но сроки годности их истекли. Количество просроченных кредитов на Кубани за первый квартал выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило около 530 тысяч, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. При этом число кредитов, просрочка по которым превысила 90 дней, достигло более 393 тысяч, что на 29% больше, чем годом ранее. Общий объем просроченной задолженности на Кубани составил 51 миллиард 300 миллионов рублей. По информации газеты, самый быстрый рост доли просрочки наблюдается в сегменте кредитов наличными, а также автокредитов и кредитных карт. Рубль укрепляется к основным валютам на фоне роста мировых цен нефти. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 18 мая, составляет 64 рубля 51 копейку. По сравнению с предыдущим значением, курс снизился на 38 копеек. Стоимость европейской валюты также снижается на 35 копеек по сравнению с предыдущим значением. И официальный курс евро, установленный Центральным банком на завтра, составляет 73 рубля 10 копеек. Финансовая группа «Сберегательный союз» предлагает юридическим и физическим лицам выгодные проценты по привлечению сбережений, разнообразные программы по займам и многое другое. Мы гарантируем максимальную открытость бизнеса. Телефон 8 800 5000 977. Это все на сегодня. Оставайтесь оптимистами и помните, если трудно с деньгами, попробуйте без них.